А ну-ка. Раз. Ибо так возлюбил Бог человечество, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, на крестную смерть, для того, чтобы всякий из нас, родные, не погиб, кто верит во Христа, но имел жизнь вечную. Да помилует Господь нас и Украину, да дарует веру в Спасителя. И Сын Божий, Он, пройдя крестные пытки смерть, ожил на третий день, вознесся на небо. Боже, благослови Украину и защити нашу страну от этого кошмара, который ломится сюда, ради Христа. Благослови, Боже, благослови солдатиков, благослови полицию, благослови детей, стариков, женщин. Благослови, Боже, ради Христа. Благослови всю планету Земля верой в Иисуса Христа и покаянием. Храни вас Господь, родные, читайте Евангелие, читайте Библию. Да благословит Господь нас и помилует во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Тебе, Господи. Будь благословен, наш Создатель.